Ну а вот начальник ГИБДД оценил состояние городских дорог как удовлетворительное. Он считает, ямы и кочки причинами аварии могут стать лишь в редких случаях. Сегодня Ради Кадиков выступил на совместном заседании комиссии по безопасности дорожного движения, чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений. В своем докладе инспектор отметил, что скорее к несчастью на дороге может привести неправильно обустроенный пешеходный переход, а таких в нашем городе не меньше 20. На многих из них разметкой обозначена велодорожка, и это вводит в заблуждение. Многие в итоге нарушают правила, проезжая через дорогу и не спускаясь с велосипеда. Часто велосипедная дорожка обустроена за счет сокращения ширины разметки зебра, что не соответствует требованиям нормативов. Данное положение неоднозначно воспринимается и водителями, и велосипедистами, что нередко является причиной совершения наезда автомобиля на велосипедистов. На повестке дня стоит также вопрос замены знаков на регулируемых пешеходных переходах вблизи школ и других детских образовательных учреждений. Эту работу автоинспекция просит начать уже в текущем году, однако были и вопросы на перспективу. ГИБДД еще раз обратила внимание властей на общественный транспорт. По их мнению, у нас слишком много маршруток малой вместимости, и количество нарушений с их стороны растет. Возможно, стоит вернуть на улице автобусы большие. 5 столкновений, 2 наезда на пешеходы и 1 падение пассажира требует дополнительного пересмотра деятельности по данному направлению.